приємная новина для прихильников клуба спортивной аэробики «Спортданс», который дейнічає на базе средней школы номер 45 Гомеля. З апошніх спортивных спаборництв открытого Кубку Вильнюса ребята привезли одразу три медали. Поглядеть на пластичные, пригожие, зашаровальные рухи юных граций отправилась наш корреспондент Светлана Князева. Пара Діани Саковська і Ігора Антропова на відкритом Кубку Вільнюса завоювала бронзовий медаль. Яни – справжні таленти, якими гонораться батьки, наставники, знайомі. Десятигодовая Діана займається у клубі 4 роки. За цей час де тільки не побувала юная спортсменка – Чехія, Австрія, Естонія, Литва, Росія. Виступала соло, групою, у тройці, а так само у пари. На сьогоднішній день це самая результативная спортсменка у клубі. У нее третье место есть, есть второе. И даже в соло, девочки, там очень жесткая конкуренция. Она вышла в финал, пока четвертая, но я надеюсь, что мы планочку свою повысим. Ігор Антропов займається у клубі 7 годов. У этого юнака уже есть профессийная международная лицензия спортсмена. Діану и Ігора тренер Светлана Кашанская будет рихтовать на чемпионат света у наступном году. А это уже профессийный спорт. В черговый раз высокое спортивное майстерство подтвердил 8-годовый Родион Шилов. Выступление соло у Вильнюсе принесло ему серебряную медаль. Родион делится плюсами занятков аэробикой и признается, у чем секрет его успеху. Крепче становлюсь. Мне очень нравится мой тренер Светлана Владимировна. Она мне помогает разминаться. Я ее люблю. Гэтыя дети ведают цену перемоги. Далеко не каждый здольный вытримать их нагрузку. Штодённые полторагодинные тренировки, как у спортивных школах, спортивный ритм, режим. И все это на протягу 7 годов на базе обычной агульнатукацийной школы. Подобный опыт покуль один в Украине. За рубежом всегда тренеры зарубежные удивляются, что обычная общеобразовательная школа конкурирует со спортивными школами и, в общем-то, забирает у них места. Спортивная аэробика – перспективный вид спорта. В этом году на первых в истории европейских гульнях у Баку этот вид спорта был включен в программу. Представников от Беларуси, на жаль, не было. Однако, назираючи за поспехами юных спортданцевцев, можно не сомневаться. У хуткім часі яны зоймуть свою нишу и тут. Светлана Князева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».